Здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать результаты моей борьбы. Борьбы с щитовкой и мучнистым червецом. Обрабатывала я теми препаратами, которые я вам показывала. Обрабатывала 3 раза, но после 1-го раза уже были видны результаты. Сейчас я покажу вам на вилсонаре. На вилсонаре я заметила большое скопление щитовки. Сейчас я покажу. Сейчас фокусируется камера. Вот уже остатки от домиков. Вот они, домики все сухие. Белые капельки — это последствия препарата. Сейчас. Смотрите, он все сухое. Я слегка прикасаюсь к ним. Не видно. Сейчас я попробую. Цветонос неудобно. Вот можно увидеть, что все домики сухие. Без сонара, видимо, им щитовки очень понравилось, так как она прям образовалась здесь. Целое общежитие. Вот последствия. Плесневой гриб. Ну, пока я не вижу больше ничего живого. Я обсмотрела все свои растения. Сейчас мне придется все мои растения хорошо промыть от белого налета, от вот такого белых капелек и от щитовидки и от вот этих плесневых налетов. И сейчас я вам покажу иту. У меня спряталась там моя Майя. Сейчас я вам покажу иту. Как вы видите, сладкого блестящего налета нету. И что у нас осталось? Щитовка. Покажу. Щитовка, она сухая. Видите, у нее краешки отходят. И что у нас вот с этим белым пушистым домиком? Все, кто жил в нем, как вы видите, желтоватого оттенка. Вот это все, что у меня осталось после обработки. А, конечно, мне еще предстоит много труда все вымывать. Тщательно вымывать свои орхидеи. Щитовидку я нашла в большом количестве на деревьях, на цитрусовом, на фикусах. Деревья, конечно, я еще обработаю несколько раз на всякий пожарный, чтобы не осталось живой особи. Ну вот, и все. Теперь я спокойна. Спокойно за свою коллекцию.
Ну, конечно, я всегда настороже после такого случая. Ну вот и все. Спасибо большое за просмотр. До свидания.